Рубрика «Чё дома сидеть?». Нахожусь я, ребята, на территории усадьбы Приютина, принадлежавшей в начале 19 века первому директору публичной библиотеки Оленину. Вот. Человек он был публичный, и в друзьях у него были Пушкин, вот, Крылов, Глинка. Да-да-да, Крылов любил у него тут в баньке попариться, а Пушкин ухаживал за его дочерью. Вот, влюблен был. Вот. Вот эти стихи, я помню «Чудное мгновение» передо мной. Вот, походу он ей посвящал. Вот. Ну что, усадьба — это образец усадеб. Вот как раз 18 века, времен Пушкина. Вот. Посетил музей. 150 рублей. Вот. Бабушка-гардеробщица мне провела экскурсию. Короче, нормально. Не сидите дома, путешествуйте. Мирного неба.